Ну, привет. Ты сюда, наверное, пришел посмотреть роллинг. Я рад твоему решению, мой друг. Но и ты не обессудь. Княжеский лайк поставь и про пельмени не забудь. Мы усаживаемся поудобнее. Мы усаживаемся. Усаживаемся прям как никогда в жизни, потому что мы находимся на аккаунте игрока под ником Мади 498 тысяч силы, 48 тысяч самоцветов. Если вы хотите, чтобы я паролил у вас на аккаунте, друзья, просто берете и оставляете елочки-палочки, заявочки по ссылочке в описании. Я вам в описании даже огонечком помечу, чё, где, кому вам нужно оставлять. Вот, чтобы вы вообще не пропустили ролю от 50 тысяч силы. Ну, тут ладно, ну, пойду навстречу. У нас, кстати, сегодня коллекционеры. Это означает, что, скорее всего, мы ничего не выбьем. Но будем надеяться на какой-то более лучший результат. И нам это видео надо растянуть на 10 минут. Потому что мне свои 2 евро за это видео должны прийти, я надеюсь. Вот просто в надежде. Но для этого нужно все растянуть на 10 минут. Не забываем, что у меня вот сейчас взял, короче, отключился монитор средний и снова включился. Вот. AOC. Серия мониторов Агон. Вы прям молодцы. Просто как бы никогда не глючите. Вообще красавчики. Бугимен выпадает. Мы же еще даже не посмотрели, какие герои-то нужны. Прям я сейчас, знаете, так сиранул. Вот. Нормально, все нормально. Нормально, держимся. Ну, все хорошо. Так, Розалинда, понятно, это за Бабулес был, да, герой? Некроз, Бабулес, Темный колдун, Бабулес, Механоид Альфа, Бабулес, Леди Божество. Леди Божество, Бабулес. Берсерк. Не Бабулес, то есть Берсерк 1, Пепельная Матрона 2, Асура 3, но, наверное, уже выбит, просто не открыт. Махатма, Дама Холода, Скиталец, ну, как бы такое. Ну, типа, Пепельную Матрону и Берсерка будет больше всего в кайф выбить, потому что, ну, как бы они недостающие. У нас есть тут, типа, соверши любую покупку, это ладно, понятно. Трать с выгодой, да? Но вот, к сожалению, мы не дотянем до 50 тысяч самоцветов, да, чтобы тут забрать целых 5 тысяч кулаков, понимаете, целых 5 тысяч кулаков, господи. Это тоже, я в один день тут написал сразу нескольким людям по поводу, ну, роллинга, и я говорю, блин, ребят, сегодня, скорее всего, я паролить не успею. Один там пишет, блин, сегодня же там на трату вот это вот все, ну, смотрю, господи, господи, что это? Что это? Ну, как бы вообще похер. Ну, то есть вообще ни о чем. Просто, ну, ладно, может быть, там трать с выгодой, если, допустим, ну, 100 тысяч, ты просто, вот, не знаю, это надо скринить. Вот, ну, серьезно. Вот просто, они хуже и хуже, эти награды. Это просто, я не знаю, это жесть. Ну, типа, как бы вот там парень мне писал, вот сегодня там супер акция, тратить с выгодой. Я такой думаю, блин, надо как-то перед стримом это записать. А сейчас я захожу такой, ну, понимаете, угрызение совести было. Вот я лох снова прокрастинировал и ничего не успел сделать. Там людям записать роллинги, да, сегодня невероятный коллекционер, о боже. Акция тратить с выгодой, но в современных, о, Фобос, но в современных реалиях, ну, такие награды говно, ну, серьезно. Ну, серьезно, тут донатный аккаунт. Ну, как бы да, почти еще 24 тысячи самоцветов и будет минус. Ну, понимаете, даже у яйца, вот, плавник не стал бы на эти награды. Вот даже просто у яйца, ну, плавник не то чтобы не поднялся бы, не встал бы, а даже просто не пошевелился, не привстал бы, понимаешь? Ладно, хватит балабольства, давай уже, елки-палки, паролим, а то там начнем в комментариях. Роллинг! Начинается вот с этой минуты. Вот у вас роллинг начинается вот с этой минуты, а я вот не могу найти алтарь. О, пока яйца открывал, нашел алтарь. Нормально все. Вот. Так, подожди. Ну чё, Пепельная Матрона, Махатма. Ой, ну Махатма, да, тоже, по идее. Командора, Укротитель, Рина, Фрея. Слушай, падают. Может, и Берсерк выпадет, или Пепельная Матрона. Не, ну, типа, я не знаю, у меня, я не любитель, да, я не верю там то, что вышки
5G распространяют там балабола вирус, вот, потому что, ну, как бы, у меня же есть мозги, я не деградант, я не верю в заговор Билла Гейтса, я, ну, как бы я вообще в заговоры никакие не верю, ну, знаете, просто, ну, бывает, когда у тебя есть мозги, да, вот, ну, как бы ты не воспринимаешь всякую чушь, да, вот, по типу того, что балабола вируса не существует, нас просто обманывают и хотят заставить вживлять в нас чипы и специально наводят эту панику, выпадает землеройка. Нет, я в это все, как бы, ну, типа, я не верю в эту херню все. То есть, мне просто понять, ну, типа, есть люди, у которых нет мозгов, да, есть люди, у которых есть мозги. Вот те люди, у которых есть мозги, то есть они умеют читать, писать, да, вот, думать, понимаешь, они как бы могут составлять слова в предложение. И как бы эти люди во всякую... Опа! Пепельная Матрона! Опа! Я пока балаболил, взял, выбил. Вот, поздравляю. Не зря роллинг прошел. Вот эти люди, они как бы не будут верить в теории заговора. Ну, как бы, типа... А когда... когда мозгов нет, ну что? Ну да, типа... Иди с вилами, нападай на Билла Гейтса, я не знаю. Слушай, ну роллинг уже прошел, не зря. Ну так вот, о чем я вообще разговаривал? Я не знаю, о чем я разговаривал. Вот, как бы... А! О! Я не любитель теории заговора, но, исходя из моего опыта, сколько я уже роллю самоцвета, мне кажется, что в дни коллекционера, или из-за того, что целая куча игроков начинает роллить, или... или, не знаю, из-за того, что... О, скиталец, его тоже не было. Слушайте, ну вообще по красоте... Или за стрелок. Ну, слушай, падает хорошо, на самом деле. Вот. Но, как бы, это исключение из правил. Исходя из моего опыта, зачастую какой-то, ну, типа, меньше шанс выпадения нужных героев. Если раньше это можно, ну, хоть как-то теоретически оправдать тем, что, вот, ну, ты там получишь награду, затрату, там, самоцветов, возьмешь, там, соберешь награды с коллекционера, но так сейчас награды говно полнейшее, просто залупа, понос. Понос, голубиный помет, понимаете? И соловьиный помет, вообще. Типа, ради чего? Какой смысл? Понимаете? Не вижу. Нету смысла. Понимаете? Укротитель. А вот смысл тянуть видео до 10 минут и подписаться на меня, он определенно есть. Мы выбили недостающего скитальца, мы выбили Махатму. А тут у нас что? Мы забираем... Ой, не дай бог, я не забрал бы, вы бы мне там все комментарии оборвали бы. Вот, я бы заснуть не смог бы просто. Вот, вот смотри, какая обидная ситуация. Тысяча... Ну, с одной стороны обидная, с другой стороны награда говно. Камон, карточки первого уровня. IGG, сука, ну покажите мне этого тупого, просто деграданта. Просто, я не знаю, этому человеку нельзя даже в Макдональдсе работать, потому что он настолько тупой, что он просто, не знаю, отравит людей, понимаете? Этому человеку нельзя, не знаю, улицы подметать, дворником работать, потому что он настолько тупой, что сам себя метлой убьет. Я не знаю, ну вот как? Ну вот как в 2020 году, в мае, можно делать... акцию «Трать с выгодой», там, где затрату 50 тысяч самоцветов, тебе дают две карточки первого уровня, две карточки второго уровня и целые 5 тысяч самоцветов. Об, вы посмотрите, а затрату в 100... Вы подождите, это еще не все. А затрату в 100 тысяч вам дают целых 5 сундуков отличных чар, понимаете? Херня, что на ИЦ, на бездонатном аккаунте этих сундуков как говна. И без всяких этих акций, просто как говна. И тут как говна. 2400 сундуков. Вот просто байтер от бога. Мешок с эмблемами не 10 уровня, а 8. Просто, я не знаю, я таких... Вот-вот, скажите, кем... должен работать этот человек, который составляет вот эти акции. Но мы выяснили, в Макдональдсе он работать не может. Дворником работать ему тоже слишком опасно. Ну, потому что он тупой. Я не знаю, ну тупой как дрова. Просто...
Ну, тупой дебил. Я не знаю, ну, у меня, понимаете, других слов нет. Вот, типа, а в чем логика? Знаете, вот эта вот вещь, она должна замотивировать людей потратить самоцветы, купить самоцветы, их потратить. А в чем тут мотивация? Если здесь нету мотивации, здесь нету ни выгоды игрокам, здесь нету ни выгоды нету и разработчикам. Тогда нахера? Ну вот просто, вот нахера? О, мы удивительно, мы выбили... О, эмблема милость святого. Господи, всегда мечтал, понимаешь? Просто... Один мешочек зефирика первого уровня, сука. Проклятый доспех. Воу! Воу! Я не говорю, что проклятый доспех талант говно, но сейчас даже на бездонатных аккаунтах столько этих коробок, что проклятый доспех проблем выбить нету. Вот просто кусок говна, придуманное тупым долбоебом. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Удачи моему подписчику. Спасибо, кто досмотрел до конца. Вот, вместе с вами мы прям... Прям даже, понимаете, затягивать видео не пришлось. Я, конечно, его затянул, но чисто искренне, потому что что-то побомбил-то хорошо. Вообще надо было сегодня 3 роллинга снимать в один день. Вот. Но я бы с удовольствием, вот каждый раз просто похерососил бы всех. Вот кто эту херь придумывает. Вот, потому что это, типа, вот посмотри, вот, ну... Воу, 2020 год, ребята. Нет, это не 2015 год в битве за Мору. Это 2020 год. Просто самые актуальные, понимаете? Самые актуальные награды. Даже плесени на них почти нету, понимаете? Ну вот просто актуальнейшие. Вот, я не знаю, сука, набрали команду долбоебов. Пока.